Добрый день, дорогие друзья! Приглашаем вас в литературную гостиную журнала «Симбирск». Сегодня у нас в гостях наш большой друг Елена Ушакова, музыкант, преподаватель областной детской школы искусств. Елена Ушакова окончила музыкальное училище и историко-филологический факультет Ульяновского педагогического университета. Как музыкант Елена много выступает, а еще она автор музыки на стихи поэтов-классиков, на стихи ульяновских поэтов и исполнитель авторской песни. Очень хочется, чтобы сегодня было созвучие стихов и музыки. И хочется, чтобы наши дорогие зрители получили радость от общения с Еленой Ушаковой. Итак, ей слово. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва слезам не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заморожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вгляди в своего лицо, чтобы ни было в начале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу наросли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москва не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобой, стали мы его судьбою. Ты вгляди в своего лицо, чтобы ни было в начале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Прозвучала песня Александра, стихи Дмитрия Сухарева, музыка Никитина, Сергея Никитина. У этой песни очень счастливая судьба. Песни как люди. Одни приходят и уходят, а другие остаются с тобой на всю жизнь. И ты возвращаешься к ним на разных этапах жизни и начинаешь узнавать из них что-то новое. Вот такая же история произошла и с Александрой. Я ее пою всю жизнь. Я ее когда-то пела в клубе авторской песни, куда пришла в 19-летнем возрасте. Потом в далеком 85-м, исполняя ее на петербургском или тогда ленинградском еще конкурсе «Весенняя капель», я получила гран-при за нее. А теперь
эту песню с удовольствием поют мои ученики. А еще одной из счастливейших страниц моей жизни был ансамбль «Светлица». Дело в том, что гитара — это камерный инструмент, но когда звучат три гитары, и у каждой своя партия, и когда звучат три голоса, сливаясь в единую гармонию, то это так расширяет границы песни, делает ее глубже, объемнее. И я вот очень благодарна своим девочкам Тане Приходько, теперь уже Галушкиной, и Ане Савченко за это неповторимое сотворчество, когда из учениц они превращаются в единомышленников, в соавторов и просто в родных людей. Сейчас я хочу спеть песню, которую мы когда-то пели втроем. Юрий Лорис, «Август». Не так закат горит, листва не так густа, так осень говорит устами августа. И носят стаи птиц многоголосие, и небо смотрит вниз глазами осени. И мы в тот день и час спустились с облака на яблоневый спас, вкусили яблока. И каждый повторял, как плоть твоя вкусна, и Бог нас потерял в объятиях августа. И были на земле такие сумерки, мы плавали во мгле, как будто умерли. А звезды в том году созрели неплохие и падали в саду совсем как яблоки. И я кричал: лови, лови, пожалуйста, желания твои во власти августа. На яблоневый спас, что не попросим мы, Господь глядит на нас глазами осени. Счастливых для меня имен я хотела бы назвать еще одно имя. Это имя Валя Миллер. Подруга, музыкант, хормейстер, человек, обладающий талантом души, трепетный и в то же время какой-то правильный. Она пела когда-то в ансамбле «Плюс-минус», потом мы пели с ней вдвоем. И вот когда в середине 90-х она уехала жить в Германию, появился такой вакуум, и я написала песню, посвященную Вале. Ты однажды вернешься сюда, не найдя тоски лучше средства, полной грудью вдохнув воздух детства. Ты однажды вернешься сюда, ты в пригоршни не возьмешь этот снег, он в горячих ладонях растает. Это время меж пальцев стекает, будешь долго смотреть ему вслед. Ты вдохни аромат поздних яблок в саду, он закружит, закружит, закружит тебя над землею. Где бы ты ни была, пусть в раю или в аду, этот воздух России, он будет навеки с тобою.
ты родишься в России опять. Может быть, через много столетий, встретив счастье свое или не встретив, ты родишься в России опять. И листая столетия назад, и гуляя с друзьями по саду, вдруг увидишь прошедшее рядом, вспомнишь старый покинутый сад. Ты вдохни аромат поздних яблок в саду. Он закружит, закружит, закружит тебя над землею. Где бы ты ни была, пусть в раю или в аду, этот воздух России будет навеки с тобой. Когда через много лет Валя приехала в Россию к друзьям, она тоже написала песню, потому что есть такая болезнь, ностальгия. Она неизлечима. Она может утихнуть, но она никогда не проходит до конца. Я очень люблю эту Валину песню. Вот я снова здесь, где прошли золотые года, чтоб с друзьями спеть, возвращаюсь сюда. Где с тобой вдвоем было спето на тысячу лет, этих песен целительный свет был и будет мой Ветхий Завет. Твой ласковый смех, я услышу его и за тысячи верст. Вместе в гору наверх и наверх, там стоит городок, как ромашки цветок, мир обветрен и прост. Там течет река, но она уж с другой водой, и наш клён в саду уж с другой листвой. Пусть моя печаль долетит до тебя, дорогой мой браток, что ушел с той водой, мой дружок, что поет для другой. Волга, волны, твой ласковый смех, я услышу его и за тысячи верст. Вместе в гору наверх и наверх, там стоит городок, как ромашки цветок. Услышу его и за тысячу верст. Вместе в гору наверх и наверх, там стоит городок, как ромашки цветок, мил, обветрен и прост. Еще один счастливый, я бы сказала, судьбоносный случай произошел со мной в жизни и познакомил меня с удивительным человеком, литературоведом, первым диктором Ульяновского телевидения, блестящим искусствоведом,
ценителем и знатоком поэзии Серебряного века Элеоноры Ильиничны Денисовой. Это произошло на каком-то литературном вечере, где она читала неизвестные мне стихи Игоря Северянина. Это был настоящий театр в лучшем понимании этого слова. Это была гармония жестов, мимики, интонации, образа. Я была просто сражена, и, придя домой, я нашла немедля эти стихи, сочинила танго, и так для меня открылся мир поэзии Серебряного века, изломанный, капризный, ищущий новые формы, иногда ироничный. Игорь Северянин, танго. Ваше платье изысканно, ваша талия малозорева, а дорожка песочная от листвы разузорена. Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый для утонченной женщины. Ночь всегда новобрачная, упоенье любовное вам судьбой предназначено. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, вы такая эстетная, вы такая изящная. Так кого же в любовнике, и найдется ли пара вам? Садясь комфортабельно в ландалете бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макинтош резиновом. И закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем моровым, шумным платьем моровым. Падам-падам-пам-пам, 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 падам-падам, падам-падам-пам-пам. Мы подружились с Элеонорой Ильиничной и вместе сделали очень много композиций по стихам Серебряного века. А однажды она мне прочитала очень короткое стихотворение Георгия Иванова и заметила, что оно могло бы быть еще короче и уместиться в одну строчку. Ты не расслышала, а я не повторила. Она очень любила эти стихи, и вот в память об этом светлом человеке, которая совсем недавно нас ушла, я бы хотела спеть эту песню. Ты не расслышала, а я не повторила. Был Петербург, закатный час, сияние волны, каменные львы,
И ветерок с Невы договорил за нас. И ветерок с Невы договорил за нас. Ты улыбалась, ты не поняла, что будет с нами, что нас ждет. Черемуха в твоих руках цвела, вот наша жизнь прошла, а это не пройдет. Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет. Я хочу назвать сейчас еще одно счастливое для себя имя. Это имя поэта Елены Кувшинниковой. Если меня спросить, когда мы с ней познакомились, я, наверное, затруднюсь ответить, потому что, мне кажется, я знала ее всю жизнь. Настолько ее творчество мне близко. Зинаида Миркина говорила о ее поэзии, что ее стихи светящиеся и наполнены тайной. А для меня еще эти стихи наполнены музыкой, потому что она звучит внутри стиха, потому что она в ней пронизана музыкальная ткань стиха. И не нужно просто сочинять, просто нужно прислушаться и услышать ее внутри. «День долог». День долг, а будет еще длинней, опустится полог из прожитых нами дней. За тканью, за гранью, за черную ночь стыда, спасением, посланием мерцает одна звезда. День долг, а будет еще длинней, опустится полог из прожитых нами дней. Сквозь утренний холод растет колокольный звон. День долг, а слышу динь-дон, 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 нашей встречи я бы хотела перекинуть арку в начало, к истокам авторской песни в России и спеть песню Булата Акуджавы, поскольку так просто, так образно и настолько проникновенно, наверное, не писал никто. Богатеем иной норови, золото копит ночами спит. Не все то золото, не все то золото, хоть и сверкает, и даже звенит. Не все то золото, не все то золото,
сверкает и даже звенит. Можно построить из вымыслов дом, можно устроить празднество в нем, но не устроится и не построится счастье твое на несчастье чужом. Но не устроится и не построится счастье твое на несчастье чужом. Можно театр позолотой покрыть, можно коврами весь пол стелить, но вдохновение для представления разве возможно за деньги купить? Но вдохновение для представления разве возможно за деньги? Чистое сердце в дорогу готов. Древняя мудрость сгодится и вновь. Не покупаются доброе имя, талант и любовь. Не покупаются доброе имя, талант и любовь. Звучит, как чуткая струна, светло и вдохновенно. Душа поющая одна, прекрасная Елена. Дорогие друзья, мы благодарим Елену Ушакову за участие в нашей программе. Да, сегодняшний выпуск мы посвящаем памяти нашего большого друга, прекрасного человека, удивительной женщины Элеоноры Ильиничны Денисовой. В содружестве с Элеонорой Денисовой Елена Ушакова подготовила не одну литературно-музыкальную композицию, и выступали они на многих площадках Ульяновска. Многим запомнились эти прекрасные литературно-музыкальные вечера. Не бывает напрасным прекрасное. Дело ясное, ясное, ясное. Здесь и больше нигде, никогда не бывает напрасным прекрасное. Не с того ли нас тянет сюда? Сила тайная, магия властная, звездный зов с берегов, с облаков. Не бывает напрасным прекрасное, ныне присно, во веки веков. В стихах Георгия Иванова повторяется строчка: «Жизнь прошла, но это не пройдет, и действительно прекрасное будет вечным». Дорогие друзья, благодарим вас за внимание. И надеемся, что вас коснулся этих песен целительный свет. Всего вам самого доброго и самого светлого.